Глава Карачаева-Черкесии сегодня дал старт республиканской елке желаний, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Чуть раньше зеленую красавицу нарядили ребятишки из Центра надежды и многодетных семей. Всего же на елку свои заветные мечты повесили более 400 детей. Затем, что происходило в региональном доме правительства, наблюдал Артур Мхце. Зеленая красавица в доме правительства Карачаева-Черкесии явно заждалась, когда снова окажется в центре внимания детей и взрослых. И вот накануне новогодних праздников нарядить ее пришли воспитанники социально-реабилитационного центра «Надежда». Мальчишки и девчонки загадали желания, которые оформили и написали на открытках в форме разноцветных шаров. Что для тебя Новый год? Новый год – это праздник и радость. Ну вот как ты отмечаешь обычно Новый год? С родителями. Ну и что там, елка, желание. Елка, желание. Что бы ты хотела? Я хотела. Ну, самое большое желание. Чего бы ты хотела? Самое большое желание. Любви и радости. У каждого из этих ребятишек есть много желаний, однако помимо материальных подарков на Новый год, они больше всего мечтают, чтобы дома всегда были счастье и уют. Ценность этих слов они понимают как никто другой. А стишок от самой маленькой гости наверняка порадовал бы и саму виновницу торжества, наряженную игрушками и гирляндами ель. Мы подружки-елочки, мягкие иголочки, любим веселиться, танцевать, кружиться. Елочка, елочка, вот она какая, стройно красивая, ярко большая. В этот день дети встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами, были игры, песни, хороводы и заветные желания, еще больше украсившие без того яркую елочку. Старт республиканской елки желаний дал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он прочитал некоторые из открыток, взял с собой, чтобы исполнить мечты ребятишек. Фольгеров Ярослав мечтает о велосипеде, 8 лет. Отлично. Артур Мхце, Алибастанов, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.